Снегопад – не помеха, говорят участники 37-й по счету лыжни России. В этом году одно из самых массовых и популярных спортивных мероприятий страны, по данным городских властей, собрало в областном центре порядка 11 тысяч лыжников. Посоревноваться в скорости пришли и те, кто совсем недавно встал на лыжи. Занимаюсь, наверное, 2 года уже лыжным спортом. Буду бежать, пока ехать, то есть километры, это пока моя первоначальная дистанция. Первый раз, честно говоря, ездию на лыжне России. Ну, для меня, мне кажется, классное участие. И вот как бы, чтобы получить удовольствие от этого со своими друзьями. А вот среди самых опытных участников Николай Павельев. В 70-х он играл в составе футбольного клуба «Торпедо Владимир». Ну а о зимних видах спорта никогда не забывал. Его опыту можно только позавидовать. Вот уже порядка 50 лет Николай Николаевич с лыжами не расстается. 3 были чемпионы области еще и по хоккею. Я так вот 74-й, 75-й, 76-й года. Так что, ну, все виды спорта. Поэтому для меня это на лыжах, тем более вот сейчас свежий воздух, хорошая такая погода. От 2 до 83 лет. Возраст, как и погода, не стали преградой для участников лыжни, подчеркнули организаторы. Поприветствовать жителей Владимира и области пришли представители городской и региональной власти. Новшеством этого года стал забег для участников с ограниченными способностями. Любители же и профессионалы мерились силами на дистанциях в 1, 5 и 10 километров. Владимир Киселев, председатель ЗАГС Собрания региона, также принял участие в лыжном забеге. Трасса сегодня несколько тяжеловата, конечно, честно говоря. Хотя мы сначала пробежали километр, потом в нагрузку еще 5 вот с помощником. На километре пришли в числе первых. На пятерке мы шли одни, поэтому уже основная часть убежала. Вообще, на самом деле, здорово, что такое мероприятие сегодня проводится. Наибольшее внимание у зрителей вызвала гонка, в которой принимал участие многократный чемпион Европы по биатлону Алексей Слепов. Вместе с другими участниками он бежал дистанцию в 10 километров. При этом любители лыжных гонок поначалу ничуть не уступали именитому спортсмену. Но, как ожидалось, на финише Алексей привез своим преследователям несколько минут. И соперники навязали борьбу в начале дистанции. Потом я сделал 3 попытки ускорения в подъем и немножко оторвался. Второй еще пока не финишировал. Сейчас спортсмен готовится к чемпионату России по биатлону, который пройдет в Тюмени в конце марта, начале апреля. Этот старт для него еще один повод проверить уровень своей формы. От мужчин не отставали и девушки. Снегопад и борьба до самого финиша. Спортсменки доказали, что понятие «слабый пол» – это не про участниц лыжни. Бежалось тяжело, потому что была трудность из-за погоды. Снег летит, вот ничего не видно. Вот очки запотели и просто очень тяжело. Победители ожидали кубки, медали и грамоты. Также награждали самые спортивные семьи. По словам лучших из лучших, главное не победа, а участие и заряд положительных эмоций. Алексей Домнин, Дмитрий Журавлев, 6 канал.